Приднестровье создали ассоциацию местного самоуправления. В нее вошли городские и районные советы. Будут делиться идеями, как сделать города лучше и комфортнее, и развивать контакты с регионами России. Это инициатива столичного горсовета. У города Тирасполя есть многолетний продуктивный опыт работы в рамках Международной ассамблеи крупных городов и столиц. В эту ассоциацию входят 87 городов не только Российской Федерации, а еще стран СНГ. Поэтому мы хотим взаимодействовать как и на межмуниципальном уровне, так и на уровне между ассоциаций. Поэтому мы решили создать ассоциацию. На первом этапе мы подпишем соглашение между советами народных депутатов городов и районов. Вторым этапом хотим предложить участие в данной ассоциации и сельским поселковым советам. Уже в ближайшие месяцы Ассоциация местного самоуправления Приднестровья планирует участвовать в региональной неделе при Совете Федерации России и заинтересовать другие города развивать сотрудничество с нашей страной.